сочетание. Это удар прямой, он как бы, можно сказать, не базовый, но у него некоторые вещи легче, чем понять. Я имею в виду к этому боковому. Легче, чем понять. То есть рука так же, как она была, вот верхняя рамка, нижняя рамка, да, работает. И вот в этот момент угол уже есть. Но его нужно проявить. Он пока просто есть, его нужно проявить. Как он? Сохраняя угол предплечья, и прокручивать сюда, нарабатывая бедрами, нарабатывая ногами, то есть работая всем своим телом, но не убирая одними руками, как многие становятся. А у меня, говорит, не получается. Он это к себе притягивает. А у меня, говорит, не получается. Оно не получится, потому что ты хочешь сделать это все руками. Оно не получится. Чувствовать углы, и в этом очень большой помощник пол. Но его нужно действительно понять, чтобы перенести пол или землю, неважно. В наше время, когда я поднимался, у нас называлась земля, потому что мы работали с земля. В наше время все стали крутые. Да, перешли в спортзал, не любят землю, любят теперь пол, половую, у меня когда половая жизнь, раньше земля, теперь половая жизнь, лучше залом занимаюсь. Она дает восприятие вот этих моментов. Да. Не отбивая, а вот именно ее выжимая, формирование своего тела, туда, к нему, и подходит. Но опять же, не сравнивайте со спортом, потому что большая разница, я не против спорта. Там идут эффекты, прыжки. Вот кто в армии служил, в походы ходил, он знает, что такое нагрузка. И любой миллиметр он влияет. И здесь главное не прием, а ваше мышление. Просто ваше мышление. Он, допустим, бьет. Я так, ну, допустим, мы оказались, он бьет боковой, ну, сюда, в ногу. То есть у вас нет сил там куда-то прыгать. У вас есть там сучок какой-нибудь, там камень, вы или в платок там завернули, булыжник. Да что угодно. Он бьет, вы ему хуже. То есть этот удар уже не будет. Опять он, допустим, бьет. То есть я ему хуже в опорную ногу отсюда. Не заботясь о той ноге, которая меня сейчас будет бить. Еще я помедленно. Сейчас ему хуже сюда, во внутреннюю сторону. Все, он уже бить не будет. Просто. Буду. Этой ногой бить не буду. Потому что удар достаточно мощный. Этого, этого движения будет недостаточно. То есть, есть ему отсюда. И также оно наносится. Это все выстраивайте под себя. И вот так отсюда даже, как я говорю, то есть вы раз и приняли. Но здесь также можно выстроить плоскость. Как она? То есть я ему отсюда. Где ее провел? Где этот лишний миллиметр набрал? Где его выбрать? Ему специально отдали, что о, ну какой жирный кусок хороший. Сейчас я казалось туда, отсюда. Еще. Где оно подработало? То есть бедра ушли, стали на место, доигрывание тела. Вплоть даже до падения, что вы можете с этой ногой крутиться. Он, допустим, бьет, то есть вы отсюда вот его гоняете. И здесь же отсюда вот как и эта нога, так и эта нога перекручена. Замерз? Нет. По пару раз обратить. Можно убить. Еще. По пару раз. Наверное, попал. Наталья еще может. Да что не будет давать идти.